Здравствуйте, друзья! С вами со сводкой новостей об интересной и культурной жизни города Нью-Йорка Миша Корости из Брайтон 6. Обычно это солнечный Брайтон, а сегодня у нас небольшой романтичный дождик. Сегодня вечером, это такая новость для тех, кто успеет попасть сегодня в Даунхаус Лаунж в Бруклине, пройдет Sunday Night Rock с Виталием Мирзабелли. Это наш такой блюзовый рок-гитарист из Украины. И это наши ребята. Это вечер живой музыки в Даунхаус. 31 числа, завтра, в понедельник, пройдет Sunset Special Free Yoga at Central Park. Это бесплатное занятие йогой в Центральном парке в районе Mineral Springs в 7:30 вечера. 31 числа, в понедельник, пройдет отличнейший концерт Tribute to Prince под названием It's Going to be a Beautiful Night. Это пройдет в Marcus Garvey Park, Richard Rogers Amphitheater. Вот такой локейшн. Я знаю много английских слов, но это все звучит именно так. В 6 вечера. Парк этот находится в районе 5-й Эвеню и 120-й стрит. Там есть несколько вариантов туда войти. Один из вот таких входов — это 5-й Эвеню, 120-я, а также Madison Avenue и 122-я стрит. Концерт обещает быть интереснейшим, в самом деле. Там очень много звезд мирового уровня, которые исполнят музыку Принца вживую. 1 числа, август, понедельник, пройдет интересная встреча под названием Ghosts We've Known. Это привидения, которые мы знали. Она пройдет в книжном магазине под названием Catland, который находится на 987 Flushing Avenue, Бруклин, зип-код 11206. И в этом книжном магазине там проводятся вообще-то разнейшие события культурного плана. И вот такая встреча всех желающих рассказать страшные истории, потому как вечер будет именно об этом. Как будто бы у костра, вот это возможность представится и вам, если вы придете со своей заготовочкой, или вы захотите послушать чьи-то страшные истории. Все это пройдет в Catland с 7 вечера. Август 5-й. Там же, так чуть-чуть заранее, чтобы мы могли знать, пройдет сеанс, spirit сеанс такой называется, сеанс духов с Reverend Paul Baudet. И это тоже обещает быть интересным, в таком ключе классическом, Гудини стайл, я ожидаю, сеанс с духами, тоже в 7 часов вечера, тоже в этом местечке. First Monday Jam организовывается обычно в Rockwood Music Hall. И First Monday Jam обычно посвящен музыке в стиле bluegrass. Это в самом деле очень интересное явление, такое 100% американская музыка, рожденная здесь. Рожденная где-то вообще-то не так давно, хотя звучит она как будто ей сотни лет. Музыка эта была сформирована где-то в районе 20-х, 30-х, 40-х годов даже продолжала формироваться. И вот эта традиция игры bluegrass music, когда в круг садятся музыканты, микрофон стоит по центру, ни у кого нету своего собственного микрофона. При такой постановке вопроса в самом деле слышны солисты, и очень классно работают все те, кто поддерживает солиста. И полюбоваться этой культурой звука, этой культурой живой игры все приглашаются в Rockwood Music Hall. И, кстати, там будет такой featured artist, это блестящий скрипач по имени Кенни Косек. Вот, это все пройдет в 9:30 вечера по адресу 185 Orchard Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк, зип-код 10009. На данный момент это все наши новости на сегодня. Новостей в городе, конечно, еще много, так что возвращайтесь к нам в следующий раз. See you soon. Bye-bye. До свидания.